Всем привет, с вами Арсений, магазин Tocamp. И сейчас немножко покажу инструкцию по сборке столика для лодки номер 3. Почему? Потому что многие задают вопросы, как его собирать, что куда вставлять. Как правило, сейчас столики у нас идут вот в такой картонной коробке. Вот, в комплектацию входит крепеж, саморезы, съемная панель для установки колодца, сама столешница для данного стола с двумя забивными гайками на резьбу М6 и отверстиями для трубок, две трубки-держатели для спиннингов, две боковые стойки, нижняя планка и планка фиксирующая, боковая. В принципе, все, что идет в комплектации. Как крепеже у нас идет установочная планка. Она используется для передвижных сидений, для установки данного столика. Налит трос. Дальше у нас идут два барашка для фиксации съемной панели. Саморезы бедренькие, две штуки для фиксации трубки. И здесь черных саморезов, 25-х, по-моему, должно идти 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. И 4 самореза, которые фиксируют эту съемную панель. Сейчас посмотрим, как этот столик можно собрать. Сама столешница. Направление от борта к борту определяется наклоном вот этой трубки. Так мы ее поставить не можем, а вот так мы ее поставить можем. Значит, борт у нас с этой стороны. Значит, вот эти боковые стойки мы устанавливаем в эту сторону скосом. Вам понадобится отвертка или шуруповерт. Вставляем отверстие у нас. Все, в принципе, здесь у нас фирменные. Ставим и затянуть одну стойку и вторую стойку. Как вы ее установите, так никак разницы нет никакой. Устанавливается с внешней стороны также двумя саморезами на необходимом вам уровне. Эта планка выполняет функционал удержания аккумулятора флота. Вы ее можете установить на той высоте, которая необходимо. В принципе, столик уже практически готов. Вам остается установить две трубки. Трубки у нас устанавливаются достаточно просто. Берется белый саморез с предшайбой. Вставляем его через отверстие в трубке и прикручиваем боковушки. Одна трубка у нас устанавливается вертикально. Вторая трубка у нас устанавливается под углом приблизительно 35-40 градусов. В принципе, трубки у нас на местах.
Остается зафиксировать съемную панель на эхолоте. В принципе, все. И остается зафиксировать только крепление для самого столика кладки на электроз. Оно устанавливается снизу, в нижней части столика. Саморезами. Данная планка надо, чтобы установить данную планку, надо предварительно столик примерить на лодке, чтобы он стоял у вас ровно. После чего отметить положение фиксации данной планки и прикрутить ее саморезами. В принципе, столик после этого готов уже к эксплуатации. Если у вас будут еще вопросы по установке данного столика, пишите нам. Мы постараемся ответить в максимально короткое время и в доступном для всех и каждого формате. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Понравилось видео или не понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Рекомендую.